Ну что, пятый бой сегодняшнего дня открывает тяжелый вес. А это значит, что бои начинаются с сокрушительным масштабом. Крепкие тяжелые парни. Вот из этого самолета сейчас выйдут два огромных мужика. Один из них... Как-то сервисе работаешь, а? Давай, вылезай сюда. Первого следующего. Рождайте волка. Под аплодисменты зрителей. О, это самолета. Залезай, бери, мужик, давай. А против него парень, который особо не работает, правильно? А чем ты занимаешься? Продавец. Продавец чего? А, сторона ты мобильный телефон. Точно, давай. Молодец, попадем его тоже. Залезайте, я три. United Traders. Инвестируйте с умом. От 10 долларов. Ссылка в описании. Жек, давай, рули. Ром, можем не лазить даже туда. Пойдем на середину. Парни, помним про правила. Работаем активно, деремся честно. Это стрелка. Времени нет. Здесь решение нет, поэтому все зависит от вас. Пожали руки. По углам. Боец готов? Боец готов? Зрители готовы? Стой! Давайте партизу, ребят! Здоровые мужики! Будет интересно! Хорош, давай! Пауза. Следующий, Макс. Готовится следующая пара. Большагин Сергей, Кучерявый Степан. Кучерявый Степан, звучит круто. Где? Степан. Здесь, здесь. Давай, иди сюда, ребят. Активная защита. Давай, автосервис, вылезай. Стоп. Тебе 45, да? Хорошо. Песка? Сейчас пробую. Сегодня песка не пожалели, скажи спасибо первому. 12 тонн. Здесь что за песка ты принес? Хорошая серия и технический нокаут. У нас есть победитель. Давай, парни, иди сюда. Послушаем вашу историю. Что ты читал? Здесь, да? Ты победил? Возьми микрофон. Какой по счету, какая по счету победа? Четвертая победа. Прошлый бой был ничья. Колтона 10 минут пробили. А до прошлого боя что было? До прошлого, 3 победы. Сильно. Ни хрена себе, ты звезда. Ну давай на великий финал, все, лезь. Тебе стоит там поиграться. Ты что скажешь? Всем спасибо. Все отлично. Магазинчиками планируют свои аксессуары продаются. Мобильные аксессуары, эксперт. Колтон, звездный континент, цокольный этаж. Растерялся. Ну давай, смотри. Иди сюда, это сервис. Что тебе помешало одержать победу? Ты хорошо начал, отлично эффектно вышел. Еще эффект не залез в ринг. Но в бою что-то помешало. Ну, на стрелке первый раз занимаюсь сильно недолго. Ну, что, посмотрим, как. Технику, опыт есть? Есть, но небольшой. Небольшой? У вас чуть разница в весе. Мне полегче. Ну, ладно. Еще раз есть вариация побольше поездки. Обжирайся. Надеюсь, все будет лучше. Давай, мы всегда рады прихода старых и новых героев. Ждем тебя на стрелке. Ну что, посмотрим, что будет дальше. А что у нас будет дальше, Макс?